Сделать рынок розничной торговли в Абхазии более прозрачным, казалось бы, задача сверхсложная. Однако для налоговой службы решение все же нашлось. С установлением такого оборудования, к примеру, в продуктовый магазин, предприниматель обязуется обозначить точную сумму своих доходов, либо вовсе ее не озвучивать, так как для самой налоговой вся информация уже будет известна. Отличить онлайн-кассовые аппараты от обычных аппаратов, установленных во многих магазинах, практически невозможно. Его главная задача – это точный учет денежных оборотов. Благодаря этому аппарату все данные, которые фиксирует продавец, пробивая тот или иной товар, в режиме онлайн сразу же передаются в налоговую. Такая своего рода защита и прозрачность налогов, которые платит предприниматель. Если раньше недобросовестные бизнесмены могли не всегда точно говорить о своих доходах, то теперь, благодаря этому аппарату, это будет невозможно. Установить онлайн-кассовые аппараты планируется не только в торговых магазинах. В список крупных плательщиков войдут и гостиницы, а также заправочные станции. Помимо сокращения неучтенного наличного оборота, упростится и сама работа налоговой. Выходить на проверку к предпринимателю сотрудникам этой службы уже не придется. Дело в том, что в старых ККМ был такой принцип, что вся информация о расчетах хранилась в самой кассовой машине, фискальной памяти, то есть она могла поддаваться корректировке. Да, эти данные не систематизировались фактически налоговыми органами, то есть чтобы эти данные получить, надо было прийти на объект, задать какой-то отчет в кассовой машине, распечатать определенный отчет, то есть это все было не в электронном виде, то есть все на бумаге. Со временем, естественно, данная модель работы, она как бы устарела, и поэтому во всех странах перешли на ККМ онлайн. Практически это уже реализовано во всех странах, за ближнее зарубежье говорю. И вот мы тоже как бы решили взяться за этот вопрос и внедрить ККМ онлайн. Такой проект постановления, по словам сотрудников налоговой службы, фактически готов к принятию. На первом этапе планируется завести в республику более 500 подобных аппаратов. При этом государственное учреждение будет оплачивать только половину себестоимости их поставки. Самое трудное в кассовых машинах – это содержание, как бы ее техническое, работоспособность. И поэтому это было возложено по нашему проекту на государственное учреждение. Предусмотрено то, что это государственное учреждение за счет уже бюджетных средств будет осуществлять техническое обслуживание кассовых машин. Помимо этого, государственное учреждение будет осуществлять реализацию этих кассовых машин в размере 50% от себестоимости поставки этих кассовых машин населению. Средняя стоимость кассового аппарата составляет 12 тысяч рублей, то есть в среднем предпринимателю необходимо будет оплачивать как минимум 6 тысяч рублей за его покупку. Однако, по словам Батала Царгуш, в республике есть объекты, в которых наличие таких аппаратов не предусмотрено. У нас есть такой налоговый режим, как патентная система налогообложения. Она не зависит от фактических объемов и экономической деятельности субъекта предпринимательской деятельности, а от каких-то физических показателей. В основном это субъекты мелкого бизнеса. Если, естественно, нас не интересует их оборот, а только какие-то физические показатели в виде квадратуры, либо каких-то иных физических показателей, то, соответственно, ККМ применять таким плательщикам, то есть мелкому бизнесу, не обязательно. Для реализации этого проекта необходимо около 20 миллионов рублей. Помимо покупки онлайн-кассовых машин, а также техобслуживания, планируется создание госучреждения при Министерстве по налогам и сборам, которое в последующем и будет контролировать все рабочие процессы по внедрению нового аппарата. Виола Барганджа, Раму Камке, Абаза ТВ.